Бусенька, посмотри, что я тебе купила. Начинаем разбор покупочек для нашей кошечки. Сейчас все будем пробовать, смотреть. Вот какая лопаточка тебе. Смотри, какая красивая. Лопаточка. Сама знаешь для чего, да, Бусенька? Так, ты, Бусенька, учуяла уже. Посмотрим. Это тебе травка. Ее рано еще кусать. Читаем. Трава для кошек 100% натуральная, без химических субстрактов. Овес. Восполняет запас витаминов и фолиевой кислоты. Улучшает процесс пищеварения. Очищает желудок от шерсти. Вот нам тут написали. 8 дней и свежая трава готова к употреблению. Открываем. Бусенька, это тебе. Полейте семена водой не более 150 мл. Накройте лоток картонной крышкой и поставьте в теплое место. Через 3-4 дня, когда появятся ростки, уберите крышку. Поддерживайте дренажный мешок во влажном состоянии. Через 8-10 дней свежая трава готова к употреблению. Нальем водички сейчас и закроем крышечкой. Картонку ест.